красной повязкой на руке общественники с большим интересом принялись изучать прилавки магазина «Амичка», расположенного на территории Никавтоцентра. Первое, на что народные контролеры обратили внимание, куриные яйца. На упаковке не стояло ни даты расфасовки, ни срока годности товара. Когда их они вчера расфасовали или месяц тому назад? Или 3 месяца назад. Все, непонятно, ничего не понятно. Согласно ГОСТу, срок годности куриных яиц 25 суток со дня сортировки при условии хранения от 0 до плюс 20 градусов. Однако соответствующих документов на эту продукцию сотрудники магазина предоставить не смогли. Следующее нарушение, которое обнаружили контролеры – выкладка товара в разделе детского питания и просрочка в молочном отделе. Вот молочку я вам нашел с просроченным сроком действия. Вот просроченный. 22-е. Вот и молочные эти изделия. Вот я никогда не видела в том магазине, я часто вижу, что уценка. А у них никогда уценки нету. Или они туда, может быть, вот магазин отправляют, я не знаю. При этом народные контролеры особое внимание обратили на ценники, а именно на дату изготовления и расфасовку колбасных изделий. Была выявлена просрочка товаров. Это молочная продукция, это детские завтраки сухие. Вот, также нарушения по ценникам есть у нас. Есть ценники, которые написаны от руки. Вот, на колбасных изделиях вообще у нас ценники замытые, затертые были. Нет документов на салат. О всех нарушениях немедленно оповестили администратора магазина. После этого сотрудники магазина сняли с продажи испорченные продукты, а остальные недостатки пообещали устранить в ближайшее время. У нас в магазинах много просроченных товаров, много тех, которые не соответствуют. И как бы хотелось бы, естественно, когда тратишь деньги, покупаешь продукты, чтобы они были свежие, качественные. За свежестью и качеством продукции должны следить не только народные контролеры, но и потребители. Пока они не будут обращать внимание на качество приобретаемого товара, продавцы продолжат его реализовывать. Очередная проверка пройдет на следующей неделе. А в каком магазине народные контролеры пока держат в секрете? Елена Канина, Александр Анфимов, новости Губкинского.